привет! Это не обзор, мы просто немного покатались и делимся своими первыми впечатлениями. Оно прям валит! Я хочу это колесо. Мне нравится. Он не давится с места. Вообще, как наш Макси даже нету. Вообще. Попробуй. Оно в разы комфортнее едет. Да, я вполне вероятно возьму себе его. Я прям хочу на самом деле, да. Лучше мастера. Само собой. Так мягенько он это прям. Он высокенький, непривычно. А, тяжелый очень. Очень комфортно, слушай. Прям очень классно. После S22 у меня было ощущение, что я такое колесо не куплю себе никогда. Вот это вот колесо, ощущение, что ему надо дать шанс. Ты знаешь, если бы у меня была квартира, или даже лучше, если бы у меня был загородный дом, я бы себе купил такое колесо. Вот чисто, знаешь, погонять. Просто по Москве, в тех реалиях, в которых я живу, в тех условиях, магазин там, да, подъезд со ступеньками без пандуса. То есть я захожу в подъезд, у меня там ступеньки, надо колесо тащить, а в руке пакет с продуктами. То есть мне гораздо проще что-то полегче. Но вообще на нем кататься просто кайф. Всем привет, это Sherman S. Очень понравился, едет бодро, просто агрессивно, подвеска работает великолепно, с коробки. Вес, который 45 килограмм, он в ногах вообще не ощущается. Вы можете этот вес ощутить, когда только в машину закидываете. Сидушка, казалось бы, ни о чемная, но тоже работает. Можно ездить, сидя очень понравилось кататься. Он не давится, я старался, ребят, правда я старался. Колесо не давится. Первое колесо, которое я не могу вообще продавить. Ну, ни вперед, ни назад. Я его не могу продавить. Я могу любое колесо продавить, но Sherman S, ну, никак. Ну, вообще никак. О. Но это кивок, это не продав. Не знаю, это первое впечатление. Очень интересно. Скорость оставляет желать лучшего. Они доработали мотор. То есть они туда поставили уже полный зачищенный мотор от влаги. Можно кататься в любую непогоду.
То колесо, которое с коробки работает, я бы себе приобрел, но мне не хватает скорости. Обалденное колесо, всем рекомендую. Шерман топчик, ребята, вот именно на бездорожье мне очень понравилось. А мне не понравилось на Иксене, вообще на бездорожье, вообще не понравилось. Всем привет, с вами Алекса. Итак, подвеска работает из коробки. Подвеска, ребята, ничего не надо будет допиливать, доделывать и так далее. Надежная, монолитно собран, можно катить за ручки, удобная у него ручка. Здесь встроенная сидушка, все мягенько, не давится, тяговый мотор. Мне понравилось, но, к сожалению, не хватает максималки. Сейчас я катаюсь на мастере, смотрю по ощущениям, если что, в фаворите будет Sherman S. Всем спасибо, пока! Привет, я Серега Килька. Тяги много, скорости мало, подвеска работает хорошо. Реально хорошо, то есть, когда по шоуруму покатаешься, это такое смешанное впечатление, ты можешь просто покататься, покачаться на ней. А когда ты выехал на разбитый асфальт, где все срезано и там ведутся ремонтные работы, прям хорошо. Сейвит классно, по неровностям, по парку тоже едет классно, по снегу, по ледяным кочкам. Покрышку эту сносит, по плитке гуляет она, но это нормально, как стандартная покрышка на Шермане. В целом, прикольно. Если бы не эти подушки, я бы вообще на него бы не сел прокатиться. Пойдет, но без подушек вообще не алло. Еще снизу надо что-то добавить, потому что контроля не хватает и невозможно с него все выдавить. Несколько миллилитров пасты мы сейчас отсюда... Шлифануть получилось только на снегу, на месте в шуруме продавить его не получается, не хватает веса. Ну да, на педали скользили немножко боком, завалили пару раз, все-таки у нас снег. Однозначно, я думаю, это выбор больших, увесистых мужиков, которым нужно хорошую, не пробивающуюся подвеску, которым нужно просто нереально ломовую тягу и большой пробег. Ну и при этом скорость там безопасная до 70-75 км в час. Пока. Свое мнение я подробно изложил в техноблоге. Кто не видел, ссылка в описании под видео. Поэтому буду краток. Мне очень понравилось колесо. Я в восторге.
Первое. Работа подвески. И это что-то близкое к идеалу. Второе. Отличный запас мощности. Можно забыть о продавах. Третье. И самое главное. Это удобство езды сидя. Высота посадки, мягкая сидушка и передняя ручка, скоба, за которую удобно держаться. При езде сидя можно даже поглядывать на дисплей, чтобы посмотреть свою скорость. Минусы. Все очевидно. Вес. Второе, цена. И третье, вибрация. Колесо гудит, и это неприятно отдается в ноги. Скорость. Да мне это и скорости за глаза. Колесо прекрасно подойдет, чтобы доехать с комфортом из точки А в точку Б, не думая о качестве дороги, о заряде батареи и прочих всяких условностях. Главное, это ответственно и тщательно проработать навык эффективного торможения. Это действительно очень важно. Удачи на дорогах!